Заброс в штрафную. Пытался сейчас перехитрить своих оппонентов Дмитрий Куликов. Борется за мяч. Пас. И сейчас повезло. Крайне в Сибири мяч прошел вперед. По пробке на Кириенко. Кириенко хорошо пошел. По штрафную. Житник с мячом. Но Сибирь атакует. Опасный удар мимо ворот. Арайан. И в итоге передача-то какая получилась. И Прудников нанес удар по воротам. Не ожидал. Сейчас вторая минута у нас. Идет 0-0, напомню, сейчас матч не открыт. Что сейчас затеяли? Фаталити. Попытался сейчас что-то пробить. Не получилось. Гол. Так или иначе, 2-2 атакует. Синяк откатывает мяч на свободного. Совершенно свободный. Видите, грудь. Приятно. Ну, сейчас сюда, второй штрафной. Ну, что там? Удар по воротам. И спас свою команду. Вот это 1-0. Санкт-Петербургский Синяк-2 одержал победу. Опасный момент, выход, опасный момент, удар, и тащит мяч, Пучник просто блестяще играет, вратарщик Генин, еще один угловой, подача, удар, а вот это уже опасно было, Саверий Козлов, все кто-то играли, продолжается атака. Подключение. Передача, прострел на дальнюю штангу. Боже, я подскажу. Подача, опасного нет, удар! И счет становится 1-0 в пользу Сочи. Ну, абсолютно одного оставили. И вот налево. Пас, можно бить. Удар! Посмотрим, может получиться передача. Подача, удар, штанга, гол! 1-1! Какой удар головой, Кириков! Момент, удар! Удар, гол! И все, финальный свисток. Авторы той исторической для чемпионата такой это центр, после комбинационный такой более комбинационный футбол показывают горожане. Удар по воротам горожан как раз и первый мяч. Выяснить, кто был прав, кто был виноват. Ну, в общем, сейчас это уже не так важно, потому что красно-белые на левый фланг переводит Стефан этот мяч. Герман Анука мог пробить, а сейчас удар по воротам в исполнении Николая Маркова. Ну, вот сейчас на пути мяча после удара через себя Торн горожанам продвигаться к воротам спартаковцев, но не удается это сделать, потому что Артем Голубев теряет мяч. И еще одна возможность у красно-белых отличиться. И второй мяч в ворота горожан. Александр Руденко записывает свое имя. Говорил я о том, что спартаковцы сейчас забивают после розыгрыша стандартных положений, но сегодня не тот случай. И таким образом мяч улетел на угловой. Ну и показывает красивый, яркий, красочный футбол. Давай, Марков. Передача в штрафную соперника Германа Муха. Чуть-чуть не. Спартаковский Бельмер, как это говорят. Удар по воротам. Вот видите, насколько же он силен. Вот в этих, вот здесь вот можно применить другое выражение. Беда пришла, откуда ждали. Первый гол в этой встрече сам в начале забил Сильван. Лобков. Здорово. Пропускает мяч. Синявский удар по воротам. Гол! 1-0. Впереди Армавир. Синявский. Потрясающая передача от Лобкова. Была вскрыта одной передачей вся оборона. Смутил там также Воронежцев. Здорово. Потерит. Посадкой.
у тебя удар и гол! 2-0! Потрясающий потерян! Я только о нем заговорил, он будто бы услышал меня из комментаторской, вот лайвый отчет в этом матче. Здорово, потерян сам себе создал этот гол. Вынесли потерян. Здорово, есть партнер. И здорово там бежит по правому флангу. Футболист Армагира. Нужно просилить штрафную. Удар и третий мяч. Третий мяч влетает в ворота воронежского факела. 3-0. Потрясающе. Вот там ценой травмы, по-моему, армагирский футболист тянулся и ударился о штангу. Вроде все в порядке. Поднимается. Ломатина. Пошура. Здорово. 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 Удар по воротам и гол. Да, потрясающий. Гол забивает воронеж. Матовый, красивый и гол раздевалки. Да. Немножко не подоспел. Ну что же, 3-1. Команда уходит на перерыв. Надо приминуть. Да. Подача. Здорово! И потрясающий гол! Сыграв на опережение, забивает Армавирцы. 4-1. 71-я минута. 4-1. Армавир побеждает воронежский факел со счетом 4-1. Поздравляем, Армавир. Достаточно неплохо и контролирует мяч. И это, к сожалению, выход 1-1. И сам же Евгений Шляков сейчас из... Сохраняет мяч, лезет в штрафную, бьет за угол. Второй матч как раз, со следующего матча он будет только. Но поэтому пока... Все шансы есть выйти на поле у Рагулькина. Олег Чернышов, Зенит клуб Тамбов, вперед. Вот так пока мы рассуждали с Андреем. Чернышов, Олег Чернышов забывает. Так, если не ошибаюсь, это уже пятый гол уже. Да, ты действительно не ошибаешься. И вот те перехваты, которые нужны. Здорово. Передача, которая бежать. Нужна. Паев выходит 1-1. Удар и выручает сейчас Юриш. Чеперка. Пленкин. Пас. Пленкин. Решай вопрос. Отдает передачу Чеперке, и тот забивает второй гол. Который может несколько успокоить. И я думаю дать шанс на сделать замену. Тут мы увидим, как... Посмотрим. Апоэн против Шафинского. Удар. И тренер. Футбол. По праву. Болельщиков футбольного клуба Тамбов. Наконец, Спартак завершается игра. Ваша Евролига дает финальный свисток. Федор Первушин. Играя пока штрафной удар по воротам. И мяч попадает в перекладину. Переехать, перебазироваться. Такой промозглый паспортный город сменили. Посмотрим, а здесь возможно и схитрить, ударить низом. А если что-то подпрыгивает, то в принципе так и есть. И мяч прилетает рядом со Савдорисовым Лопарином. Штрафной во вратарский даже поступает. Еще один подача. Видите, Яшин в красивом прыжке. Вот самый красивый прыжок сегодня у Яшина. В полете так, нет, отрылся. Еще один удар. Уже за пределы поля Камилова. И все, свисток об окончании первого тайма. Счет у нас пока, к сожалению, не открыт. Вперед, Камилов, здорово, на опережение играет и открывает счет сегодняшней встречи. 2-1, 2-1, именно эти. Скажи, мягко, счетом, Паша Гелаянович, надо выходить в свободное пространство, обыгрывает одного игрока, удар левой ногой, мяч попадает в штангу, а здесь Кожемякин уже не подставился. Вот заборолся Кожемякин, пас на Низамудин, удар поворотом и спасает опарень. Вскакивает, удар поворотом. И спасает Яшин, сейв матча, Яшин. Получен прострел, подача, да, удар поворота, следует держать. И сравнивают хабаровчане, 1-1. И все, свисток об окончании матча, Александр Побегалов хватается за голову. Криво, это позиция защитника. Бьет Акбашев! 10-минутка. Авангарда удачная. Коптев свою команду выручить не смог. Еще раз смотрим. Роту испанскую поддержку. И вообще, они поддержали.
игроков Забудряний пользуется своими моментами немногочисленными. Вот, ну, можно сказать, что завершается первый тайм. Врачи выбегают на поле, чтобы дальше по яркому мяч не перелетит. Лима встречает Рошечкина. Удар! Ну, сейчас посмотрим, кто забил. Я проглядел. Момент Земсков даже. Руслан Мухаммедшин мяч перехватывает. Передача на Маркина. Маркин под себя убрал. Снова на Руслана Мухаммедшина. И в крестовину мяч попадает. Но наконец-то партнеру. Самых опытных игроков, в принципе, в... 2 в 1. Выкатывает Авангард. Стеклов. Слева есть партнер. Можно и самому пробить. Да. В дальний угол. Ошибка в обороне Мордовии. Но там уже все силы пошли вперед. Данилкин, казалось бы, не точную передачу делает, но Тимур Аюпов до мяча не дотянулся. И вот теперь в штрафной площади Камран Алиев. Удар, штанга! Подача. Морозов воздух выигрывает, и удар получается. Теперь будет играть в центре. Ну, Силин-то, мы знаем, что универсальный защитник, может сыграть как... На фланге так и в центре. Сейчас внимание, опасный момент. Удар! Это Артем Делькин бил. Но и Супов мяч этот отразил. Делькин будет бить. Стал! Рядом со штангой мяч проходит. Нижний Новгород, Химки. После 45 минут счет не открыт. 0-0. Ой-ой, Белоус принимает мяч. Удар и гол! С линии штрафной. Белоус наносит мощный удар в угол. И... Нижний Новгород с 60-й минуты, когда вторую желтую карточку получил Виталий Федорит. Алиев, удар и перекладина. Попытался обыграть. Абрамов, мяча, штрафной площади. Удар будет. Удар. И гол. И гол. И гол. Это Артем Абрамов. И, по-моему, это первый его гол. Очень серьезная интрига была в этом матче. Сейчас 2:30 ночи. Опасно как, это прострел. И, конечно, очень внимательный надо быть чертановцем. И вот такой вот розыгрышный удар прямо в руки Ивану Ломаеву. И тишина, например. Ну а сейчас мы следим за атакой Чертанова. Здесь Роман Ежов слева и примеривается. Тут некоторых мыслей даже не против. Ух ты, удар! И Ломаев не сумел зафиксировать. А на подборе кто-то из владивостокцев. И там опасно очень. Уже после окончания первого тайма. Так, Леров просто взял, выбил мяч. Ну как прыгает, он пробросил мяч на ход. Очевидно, что еще игрок попал. А это Витюгов, удар! Гол! Гол! Тоже ведь оттуда, из восточной части страны, он уроженец Красноярска. Ежов его пока никто не встречает, вот уже штрафная площадь, пас внешней стороной. А вот здесь Зиньковский, удар, штанга, добивание, и выше ворот летит Зиньковский, да, уже какой, ну второй-то точно, голевой момент, не анализирую, сейчас все сделал Антон Сдук. И ну какой бросок, скидка, опасно! И вот он гол, 1-1, забивает луч. Алс Буневич, привет своей трибуне. Нет, 17-й номер. А, ну Буневич. Завтра. Луч в этом матче устроила. И новый тренер не помог. Команда сегодня проиграла «Зениту-2». Григорьева перерисовал. Тот подача в штрафную площадь. Дотягивается до мяча один из игроков Калининградской Балтики, и случился удар по воротам. Роман Воробьев сам потащил мяч по направлению к штрафной Калининградской Балтики. Решился на удар по мазам. Неуверенно сыграл. Повторный удар выручает свою команду. Разбег Григорьева. Удар! Первый тайм был тяжелым для обеих команд. Но подбадривает Григорьев. В атаке волгоградцы и штанга в этот раз. В этот раз штанга после удара Андрея Мязина. Подходящее слово тяжело подобрать. Подача от Шаваева на дальний угол площади ворот. Удар! Гол!
Исаев предложил свою помощь на левом фланге. Обманное движение. Вновь на Григорьева. Григорьев, удар, перекладина! С правой ноги будет подача. Пошла подача. Выход по Мазанов. Сыграл уверенно. На подборе первой волгоградцы. Удар поворотом. Вот это гол. Вот это гол. Под занавес на встрече. Продолжается. Касаев на левом фланге. Штрафной приближается. Выход на ударную позицию. Обманное движение. Ставит корпус. На нем трое соперников. Ну отдай уже. Отдает. Матч ничейный. Результат 1-1. Это говорит о том, что Балтика и Ротор продолжают решать свои проблемы.